Ребятушки, привет! Ну, о том, как сделать резервное копирование на наших часиках, таких как Galaxy Watch Ultra уже, Galaxy Watch 7, 6, 5 и 4. Делается это все, в принципе, одинаково. Если вы зайдете на сайт Samsung, и вот здесь есть информация, как сделать резервную копию данных Samsung Galaxy Watch, то эта информация, она уже устаревшая. Здесь есть отдельно для Galaxy Watch 6, 4, 5 и 2, двушка и чуть ниже или старше наоборот, да. Но вот для них делается по-другому. Но а у нас, как Galaxy Watch Ultra, 7, 6, 5 и 4 делается одинаково. Делается она всегда вот по такому сценарию. На устройстве Galaxy Watch 6, мы же с вами вписываем Ultra 7, 6, 5, 4, резервное копирование данных происходит автоматически. Только автоматически, больше никак. Создать копию данных вручную не получится. Резервное копирование начнется в ночное время, если соблюдены следующие правила. Первое. Устройство должно быть подключено к телефону. Это раз. Часы имеется в виду, да? Телефон находится в состоянии покоя. Его экран выключен. Это два. Телефон подключен к Wi-Fi. Три. Уровень заряда на телефоне не менее 30%. Причем на часах тоже не менее 30%. Но самостоятельно, кстати, резервное копирование тоже можно сделать, но только при сбросе часов. Когда вы заходите, допустим, в Galaxy Wearable или на часах включаете сброс, вот здесь устройство, и вот нажимаете сброс, пожалуйста, тогда у вас автоматически происходит резервное копирование. Если, другими словами, вот смотрите, вот у меня сегодня ночью 3 часа 46 минут сделалась резервная копия, пожалуйста. Что я с этой резервной копией сделать могу? Да ничего, вот все, она не открывается никак. Единственное, что я с ней могу сделать, это удалить резервное копирование или о резервных копиях. Что здесь у меня сохранено? Это журнал вызовов и сообщения на устройстве. Отправленные и полученные сообщения на номер устройства, настройки уведомления звука и вибрации, дисплея, ввода и экстренной связи, контакты, созданные на Galaxy Watch, и виджеты, предварительно загруженные карточки и настройки. Вот то, что мы с вами можем сделать в данном случае с резервным копированием, а более ничего. Как я уже сказал, на Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch 7, 6, 5 и 4 все одинаково. Для других моделей, которые на Tizen, немножко по-другому. Там можно, кстати, было, сейчас не знаю точно как, самостоятельно сделать резервную копию. Также сделать с ней все, что хочешь. Ну, вот такая вот информация. Вам полезно было? Лайк, подписка. Пока.